Так, ребята, смертельный номер! Ребята, это, наверное, древняя башня. Ого, кто-то построил, ну, так себе. Друзья, всем привет, всем привет. И в прошлый раз вам видео очень понравилось про то, как мы строили башни. Аришка сейчас ушла гулять на улицу, поэтому я построю один. В прошлый раз мы потратили рубаксы и получили 3 кирпичные мощи. В этот раз я специально для вас потрачу еще больше рубаксов. И мы забрались тогда до вот этой конца зеленой полосы и начала синенькой полосы. И у меня даже в глазах плохо было видно. Ну что ж, пока у меня база вот такая, но она скоро вырастет огромная до космоса. Поэтому давайте ставьте лайк быстренько за 3 секунды и начнем. Кстати, если ты хочешь, чтобы каникулы в школе были по 3 недели, поставь лайк под видео, мы посмотрим, сколько вас. За 3 секунды. 1, 2, 3. Ну что ж, начинаем строить. Строим. Вот, у меня мощь 3, поэтому строится достаточно быстро. Но, пока она строится, я тут кое-что узнал. Смотрите, заходишь сюда, и тут какая-то штука. И начинается автоматическая стройка, то есть сюда надо заходить. Так, а теперь если я сюда зайду. 150, 200. Это сколько раз надо заходить? Плюс 1. Сюда заходим еще. Все, здесь уже не работает захождение. Сюда тоже не работает. Что это значит, я пока не знаю. Сейчас посмотрим. Так, стройка. Видите, пошла башня вверх. О, подарок, заберу. О, есть у меня что-то. Так, заходим сюда. Ничего не происходит. Пока непонятно. Но, ладно, забираемся наверх. И увеличиваем кирпичную мощь. Стоит 40 рубаксов. Специально ради вас, ребята. От вас лайк, от меня траты 40 рубаксов. Поехали. Но это еще не все. Еще тратим рубаксы. Еще 40 рубаксов. Тратим. Для того, чтобы забраться в космос, нам надо это обязательно. Но и это еще не все, ребятки. Давайте еще 40 рубаксов потратим. У меня останется всего 3 рубакса. Видите, я прям ради вас прям потратил все рубаксы. Специально для вас. В прошлый раз мы видели, но не ходили. Где-то там есть какие-то штуки. Что-то в небе летает, мы там были. Но мы увидим какие-нибудь штуки с высоты и обязательно туда сходим. Тоже посмотреть, что там такое. Ну а теперь давайте под музычку со всей скоростью начинаем строить. Фух, смотрите, вот откуда я достроил. По-моему, у меня башня просто гигантская. Так, подарок забрать. Забрал. Я первый буду забирать все подарки, которые будут лететь. А вон там еще птичка летит. Вот, горы уже. Видите, да, что здесь плохо видно. Как в прошлый раз, короче. Так, ребята, смертельный номер. О, смотрите, вон там что-то есть. И вон там что-то есть. Был бы у меня аэроплан, я бы туда слетал. Так, смертельный номер. Прыжок с высоты... Я, кстати, уже преодолел, ребята, прошлый рекорд. Смотрите, насколько. Вот, все. Итак, смертельный номер, наконец-то. Прыжок вниз. Йо-ху! Обалдеть, вот это классно. Только не представляю, как я туда буду залазить. Смотрите, как там самолет уже кружит вверху. Так, ладно. Смогу увеличить? Да, количество кирпичей я увеличил. 19, 29 тысяч. Ого, так, 29-129, а здесь 1000, 2500, 2560, так, становимся, все, здесь я максимально пока увеличил, и здесь пока максимально, ну, надеюсь, башня там растет. Я где-то сверху смотрел, что там что-то есть, где, что? Ё-моё, надо теперь залезть и направление поймать, отсюда ничего не видно. Так, залезем наверх.
Погнали, сейчас залазим, залазим. Какой-то чувак за мной ползет. Ползет чувак, а я сейчас хочу увидеть, куда мне... Вниз пополз. Куда мне надо браться? Вот там мы были с Аришкой в прошлой серии, кто не видел. Вот там красная штука, туда помчался я. У-ху! Все, побежал. Вот я приближаюсь и смотрим. Так, ребята, это, наверное, древняя башня, которую строили когда-то здесь. Они построили. Или три точки какие-то там еще есть. Так, сейчас потрогаем, что происходит. Залазим. Костер здесь горит в мусорке. Что это значит? Стул торчит, костер горит. Любопытно. Вон что-то есть еще. Пойдемте еще исследовать. Итак, приближаемся к непонятной штуке. Тут какая-то, кстати, здесь горы есть, ничего себе, горы, настоящие горы. Забираемся и... Ребята, я знаю, что это! Так, так, смотрите, давайте я бегаю вокруг. Если комментарии открыты, пишите. Если комментарии закрыты, просто вслух произнесите, что это, что это такое. Что это такое? Я пентиплюшку какую-то взял. Круто, у меня теперь, наверное, есть пентиплюшка. Итак, смотрите, смотрите внимательно. А смотрите вокруг, что это? Что это? И при том в воронке лежит, это воронка. Так, догадались? Ну все, я раскрываю секрет, что это такое. Ребята, это спутник! Спутник планеты грохнулся из космоса в Землю! Это настоящий спутник. Там ракета полетела без меня! Ракета! Вернись! Эх, ребят! Ребят! Там ракета летает, а я не полетела! А самолет приземляется, кажется. Так, давайте быстро гору осмотрим. Быстренько осмотрим гору. Обалдеть! Прятки в горе просто! Кошмар какой, так? Все какое-то нетвердое. Ладно, это фальшивые горы. Так, ну я там видел, самолет приземляется. Ребят, я резко возвращаюсь через рейсер. Где? Где самолет? Я видел, он сейчас садится. Где? Так, подарок я заберу. У меня уже нет для подарка. У меня все, что было, исчезло из-за того, что рейсер сделал. Ребят, где самолет? Я же видел, он приземляется. Я видел своими глазами. Вы тоже видели. Вон самолет! Вон он! Так, направление взял по... Бегом к самолету! Реально, вот он стоит. Реально стоит, ребят. Сейчас я заберусь. Сейчас я в него... Я сейчас угоню самолет. Ё-моё, ничего себе, он реально приземлился. Так, а где вход? Что? Я по нему щелкнул, он превратился в коробочку. Я забрал коробочку самолета. В общем, короче, я собрал самолет, но что с ним делать, я не знаю пока. Смотрите, какая огромная тень от моего здания. Прикольненько, огромная тень. Все, забираемся наверх. Так, за счет того, что у меня высокое здание, я могу первым тырить подарки. О, класс. Солнце, смотрите, какое огромное. Что это с солнцем? Что это оно такое здоровое? Это, потому что я высоко, ближе к солнцу, ладно. Ребят, смотрите, НЛО! НЛО, настоящий НЛО летает, обалдеть. НЛО, иди сюда. Иди, у меня есть тут, сейчас покажу, что, руки зомби есть. Так, ребят, смотрите, здесь я уже хорошо вижу. А вот самолет летает. А вон птицы внизу. Обалдеть, какая высота. Ё-моё, реально страшно. Даже в компьютер играем, не смотреть страшно. Надеюсь, вам в телефон или в компьютер тоже смотреть страшно. Так, руки зомби. Разместить здесь. Вот, руки зомби у меня в доме торчат. Так, дальше, что такое? О, какая-то подставка. Вот здесь поставлю. Или нет? Или да, вот здесь. Бац, отлично. Теперь... Весенняя доска, вот здесь, бат, отлично. Костер размещу тут, о, у меня свой костер есть. Девочка куда-то, смотрите, что это с ней было? Как это она так прыгает на моем доме? Что за дела? Может, это этой доски надо прыгать? Пиу-пиу, не работает. Так, попробую сейчас от этой, аккуратно. Так, а, о,
Реально! Реально! Нереально! Классно! Я не знал, что так можно. Смотрите, я подлазил. Пяу! Йоху! Вот это да! Обалдеть! Красота какая! А чё мы эти зомби делают? Только эти зомби где вы? Так, ребят, может они меня сейчас захапают? Так, чё с вами? Нормально всё? Зомби руки нормально? А, почеши мне пузико! Рука зомби, почеши мне пузико! Ааа, классно чешет пузико! Всё, залазил наверх. И... пока ничего такого не вижу. Нового. Но готов строить. Ребят, давайте еще построим хотя бы до половины. Если видео наберет много просмотров, тогда уже будем строить до самого космоса. Погнали! Друзья, стройка остановилась, почти до половины добрались. Посмотрите, вот моя башня, вот остальные башни. Смотрите, я ничего не строится, я не могу построить, автоматически не строить. Знаете почему? Потому что игра вылетела. Добрался я до сюда, почти до половины, почти как обещал. Но до космоса не получилось, потому что игра вылетела, меня выкинуло с сервера. Кстати, здесь смотрите, как я подпрыгиваю, притяжение здесь меньше, потому что я наверху. Так высоко, наверное, когда я буду в космосе, я смогу вообще прыжки огромные делать. Обалдеть! О, кстати, теперь я понял, для чего то окно, чтобы подкидывать вверх. Ну что, друзья, хотите продолжение? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будет много просмотров, мы обязательно повторим и продолжим, и построимся до космоса. Я сделаю множитель до 10, обещаю, сделаю до 10 множителей. И будет стройка намного быстрее, мы вырастем в космос с огромной скоростью. Вот, там что-то есть, видите, точка? Не только звезды, но и точка. Там что-то есть. В космосе что-то есть. Все, всем пока, а у меня прыжок. Бесконечность не предел. А тут день, а там ночь. Что? Там ночь? А здесь день. Ё-моё, ничего себе, как происходит все. Понятно.